Таймер пошел с этого момента. На дополнительное ИП 40 минут. Так, мне что разбафать? Так, разбафай. Пчелки, разбафай. Каски. Пока нет паладина. У меня вот такой вопрос. Вары всегда в протостойке танчат или нет? Да. Не, они в DLC. У меня такая фигня просто, то что варф у меня почти всегда показывает как ДД, а не как танков в таунтмастере. Просто не понимаю. Войд, а ты можешь закинуть Аспера к пати клокам? Ты дисконнект? Я надеюсь, Виби в демоне. Кто-то в демоне. На следующий 23 февраля вы мне подарите тракт. Да, конечно. Ты члена отрастишь, я тебе лично подарю. Вызов принят. Звучало как вызов, да. Блин, кому нужны эти лисы страшные, если есть трактор красивый? Красивый лис. Ну, он миленький, да, а трактор, блин, крутой, такой брутальный просто. Хочу трактор. По полям, по полям. Я короче, когда синий вырасту, трактор едет к нам. Тоже, тоже, не куплю тоже, себе машину, а куплю себе трактор. Буду ездить на тракторе. Молодец! Жёст газы. Я тракторист. А, у нас один паладин в рейде. Прекрасно. Я могу дать бомжу каски, и он бафнет кулаки и кресты. О, да, это хорошая идея. Пан умер. О! Трэш бегает, кливает. Пошел к пчелке на 1000 FPS. Это подстава. Да он давно покинули, господи, Войд, успокойся. Нам же еще надо время на пробкас. Ой, ты так не закинул Лока. В смысле, так у нас 4... А, нет, вопрос да-да-да. Да, он просто включает протостой. Я не знаю. Походу. Кто посмел моего сладкого мальчика во вафле коспек? Виви? Вот я пытаюсь в сове увести его обратно, тянет пан по КД. Я тоже пытаюсь, блять. Да я таунчиваю, кто-то опять таунчит с меня. Щелкин, ты в Дискорде?
Это будет фиаско. Предлагаю Зойла. У меня сейчас нету спета. Так, куда мне, в какой угол мне забиться тогда? Под шконку. Не хочу под шконку. Такой паладин, я в дискорде. Два Алиса даст каски на 8%, а ты кулаки и МП5 раздашь. Не-не-не-не-не, Приста, Пристам дает нормальную каску. Да я сдохну без МП5 во тьме. Тебе шаман тотем поставит. Братан, ладно, я не знаю, кем надо быть, чтобы под ретро-паладина за холли Приста сесть по мане. А у нас нету ретро-паладин, тогда да, он сядет, думаю. То есть Holy Priest с билдом на этот... На Рестер Друида. На Рестер Друида, да. Будет хилить тебя лучше, думаешь. Логично, согласен. Ну, да, как бы я уловил логическую цепочку, на самом деле. Да, ладно, пиздец. Зоил, я в комбате, замечательно. Да я уже в десе. Ну, естественно, я помню. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям.
показано. Афаил. Шаман, тотемы в центр поставьте, пожалуйста. Только присумуйте меня. Я ж не в ряде. Его это на тебе столько ход сейчас внесли. Ты похож на клён с тысячей рук. По ней даже я отдам. По-моему, ее твоя копия задевает, если не ошибаюсь. По ней прям жестко. А что? Один из подъебала, отойди, пожалуйста. Я там ДЦ инфу сдал вольт. Давай бей. Я на нее крылья отдал. Хлеб. Ты пана, пожалуйста. Я не достаю до нее. Царя, может, тоже двешник? Там бы, мне бы маны хватило. У нас
Матум у нас один этот в рейде. Один паладин. Даже через квест. Шаман, будь добр, ставь тотем на ману, пожалуйста. Во, вижу. Источник маны. Все, спасибо. Поближе поставь тотем. Сори, думал, успею прибежать. А чё у вас случилось-то? Мы сдохли на Савиане. Стоит мамонт, две штуки. Классный тринкет, рога. Раздать. Скучно с робами.
Ну чё там по ХПСу, щенки? Размотал. Я в танка. Всем здорово, если чё, я здесь. Могу заприставить ретрика, если надо. Ретрик, кстати, нужен. Мы по мане будем просаживаться очень жестко. Ну, если в тёмке тебя хилить, то экономить очень сложно будет. Кстати, в курсе, как тебе МП резать, царь? А, чё? Как МП себе резать правильно, с гимном и собакой. Типа собака, щиточек на себя и гимн. Потому что гимн дает 20% МП, а собака в МП резает, в процентах тоже. Лена ком. На. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Обратите их в пепел. Уже есть у тебя. Сложно, сложно, почему так сложно? Кстати, а тут не работает, когда вот босс кастит этот фир ебучий, там вот не удаешь, и он тебя не херяет. Да я уже кинул, это на его ви так работало. Я успокойся. Еще раз поясни, что надо сделать. Я два жертвенности, да? О! Тебя подняли. Блять, чувак, ума нахуй ты там учил. Ура, вакханалия! Невосприимчивость. Сложило так, на 60 так бахнуло. Ну ладно, ладно, здесь хорошо, но я просто антифир. Какой слакали, хилы стояли и тебя сложило с фул хп, под фул хотами. Машо, да, так и было. Ну, ты духа не повесил, царь, заслакал. А, ну, все, я виноват, хорошо. Филия также, да? Mm-hmm.
Шарпи, как будем метки распределять? Ты будешь шилды кидать, диспелить? Да, да. Давай, окей. Давай мы два духа дадим в одно время. Согласен, можно. Не, давай. Короче, каждые 30 секунд кидаем. Ты первый? Символа нет. Поясни, пожалуйста, в свету стою рядом с танком на расстоянии, да, выходит и захилим. Хорошо, все. Холли пау, пчелкин. Ну, хорошо. Цвет кофе, пожалуйста, только тотем на ману поставь, потому что мы будем по мане сажаться, как твари. Отлично. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Кто в свету диспалит? Ой, там в свету три мага, блин, два приста, а не один прист. Просто чтобы один человек отвлекался. Сова, ну на да. Диспел. Пан, что стоишь? Холипал, ты главное не урони, почти нон-стоп. Киля и это, и хилка стоит. Танк. Пан, на хп не забывай включать. А, ты на отключишь. Прости, пожалуйста. Еще раз назовешь Шарпи стула Шарпи, чтобы ты убила. Че, сегодня без меток? Аспет Пер. Прости, пожалуйста. Царь, тогда тьму по анонсе. Я буду дисполить, тогда анонсить. А там Войт же будет. А. Бокрус. Я сейчас порежу, двигай. Я не говорю. Гера будет?
Тарик. Но он диспалишь. Спит кофе побежал. Подлезли, или по нему, короче, отдал. Ой, ты уведи немного вперед, мы когда перебегаем, под морду попадаем. Че, сдох нахуй? Пан убежал. Дик, извиняюсь, но я умер. Шарпи стул, прист. Дай духа ему. Чулан, да. Слева от тебя он лежит. Я вот слева от тебя, под ногами у босса лежу. Перебежали. Затлес. Спотлесс. Бегу. Пиздец, там лужи. Ты у нас в отне. Меня не резнули. Сейчас перебежим, он должен резать, но его не бегу. Пан ушел. Приготовьтесь, метеор. Метеор на танке. Дай. Инер по царю обезьян, дай! Молодец. Все, когда Инер по царю обезьян? Чулан, подойди, резни его, подойди, ты ж можешь его достать. Нет. Да, у развернул, нас... а дракон дыхнул в рейд, все. Да, так нет, у нас умер один только. А, все, все равно ты сдох. Бахила, свету лягло. А, Холи Пал у нас, да? Мне нанесло 20 тысяч урона от пелены полумрака. Это я так понимаю, не лезвие. Аурас. Блин, нет, поверни спиной, чтоб тебя шотнуло. Нет, пелена полумрак, это, по-моему, дыхание. Халион излучает темную энергию, нанося ближайшим противникам 4000 единиц урона от темной магии раз в 2 секунды. Ну, подлеза не оставалось, оставалось всей пати. Нет, и меня нет, что-то шокнуло. Ты словил дыхание, и потом тебя УЕ убило, вот. А, да? Сорян, my bad. Можете помолчать, пожалуйста, вы всемиром говорите одновременно во время боя. Спасибо всем. А что не по делу было сказано, скажи? Давайте спорить, кто кого чего ударил. Объясняем, от чего он сдох. Мы чтобы не спорим, чтобы что потом он не допустил такую ошибку, в чем проблема. Опять ты ворчать, как старый дед начинаешь. Отойду 2 минуты давление померить. А че с царем, он живой там? Тектоник он. А кому можно доверять во тьме? Царю, думаю. Можно на царя меточку поставить? А то я конченый, не вижу, куда идти. Так ты же ставишь нормально, чтобы... Даже людям думать надо всегда напротив живота стоять. Ну, я, походу, убежал и умер. А в смысле, как ты два раза под лезвие встал вообще-то? Есть, но на замене.
А рыбку Чулан можешь поставить, пожалуйста? Ну давай. Пускай Локи и СС дадут хилам. Особенно в свету. А почему особенно в свету? У нас упало два хила, я их не смогли бы вернуть. Так я не упал. Алиса развернула, на Алису упал метеор, и она пошла через босса только с левой стороны, и он типа на нее смотрел, пока я смотрел в сторону рейда и дыхнул туда. Все, я тут. Войт, поставь на царя что-нибудь, пожалуйста. Он на меня смотрел вроде как. На тебя, он смотрел на тебя, только ты пошла через рейд. И поэтому он в тебя дыхнул, и еще пол рейда зацепил. Ой, можно, пожалуйста, войду мут дать? Я его слушать не хочу. Ой, блядь, еще расскажи, как агро набирать, нахуй, я не знаю. Откуда я знаю, что не сдохли, блядь? Я ничего отвечать не стану. Мне уже похуй. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Ой, поставишь? Стреляет. Чё? Спасибо. Войт, нужно к тебе вопрос? Вот что-нибудь не по делу было мной сказано сейчас, вот на трайне? Давайте потом. Подожди, он заебал ко мне придираться по этой хуйне, понимаешь? Вот ты прямо сейчас это делаешь, царь. Ну естественно, потому что ты меня раздраконил. Сейчас скорую надо будет вызывать, потише. Че, я тёмку типа вожу? Угу. Лично для меня. Да ты не отлезь, звездов. Войду надо было прикинуть. Подальше. Карочка, карочка, беги. Тотему в центр поставь, будь добр. Ребят, рано начинаете бежать, ты опять под пузо будет кидать. Сейчас только повезло. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но почему мне карочка телепортируется из стороны в сторону, когда метеорит падает? Читай на телепорт. Входите, если посмеете. Ну чё?
Зоил. Спаси себя, пожалуйста. Эй, двигайтесь. Заметочкой, пожалуйста. Ой, сейчас порежет. Царь. Чуть на себя протяни, и будет замечательно. Тарочка, побереги. Меточку. Нормально. Да если лаги, ничего не прорисовывается, она туда и побежала. Чего вы сразу смеетесь? Паша, выглядело смешно. Виби, 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 Виби. Ребята, ну... А, метка с меня спала, что ли? Да, метка. 80%, 80%, Халеон. Бокус побежал. Лезвие порежет острог. На ком там ассист метку на меня влепил? Ну, вопрос побежал. Интересно. Да, я вижу. Я... Карочка, вставай. Перебегаем. Далин побежал, Далин. Подняла. Сейчас буду лезвие. Скоро Уматума убежал. Спасибо, ДБ. Зайти хотел, портал исчез, Войд. Они ж периодически пропадают. Перебежали. Сейчас под дыхание сдох. Пан побежал. Бейте так. Серьезно? Уматума. Сбежали. Зоил лагает отлично. Я уж в узел. Бокрус. Войт, а тебе, чтобы иннер дать, надо из формы выходить? Да. Да. Четыре команды. Я и читаю на ману. Я посчитал на ману. У нас духи есть. Далин, беги. Ну все, я пустой. Я хилю. Могу зайти, дать этот гимн. Нет, все нормально, нормально. Свит кофе, беги.
Чё, царь, чё там по ХПСу сосал? Ты... Да не... Давай, это не смешно, пусть так забирают. Беспонтовая фигня. Лучше, чем ничего, все равно. Шестнадцать и восемь, понимаю. Ну, Зойл, чё, ВЦ Зойл. Ну, Зойл. Да, дикость выше. Да, дикость 20. Да-да-да. У Зойла 16. Дикость просто тормоз. Да не этот, Зойл, оставь. Я извиняюсь, я этот просто смотрел по статам, прикидывал. Чё там прикидывать, крит, хаст, блин, топ стат. 200, ну, переигрывать меткость мне придется, мастер, да? Этот. Просто... Дикость. Поставь Valorant, пожалуйста, портал. Я вот сейчас смотрю топ отхиленной цели. У тебя, короче, Void и я. У меня Void и Эвинар. Нормально. А как ты Эвинар хилил, если ты во тьме был? Ну я на первой фазе, я там первый по ХПС был, я ее, он ли ее стоял на хиле. Я не знаю, почему паладин, блин, не может никак...